Добрый день снова, мои дорогие друзья. Сейчас я продолжаю сегодняшний свой поток благодарностей. Я хочу поблагодарить Елену Ермошину. Ну, удивительный человек, просветленная, хотя прикидывается, что не обязательно. Доброты, ну, щедрейшей души, такта, ума, хладнокровно четкого такого. Это учитель. Учитель, как же кому-то повезет, кому она возьмется помогать или кого-то вести. Вот вести по пути к пробуждению, к просветлению. Просто повезет. Я благодарю Лену и Леночку Ермошину. И вообще я благодарю себя. Знаете за что? За то, что мне повезло соприкоснуться душой с такой красотой души, как у Елены Ермошиной. Леночка, я благодарю тебя за то, какая ты. Как ты умеешь говорить, поддержать, где-то там, дистанционно на расстоянии, услышать, что что-то у меня не так, тут же прийти с какими-то словами. И я понимаю, что это поддержка. И я понимаю, что ты со мной, как настоящий друг. Просто лучше тебя нет, а равных нет. Спасибо, Леночка, за то, что ты такая. Господи, спасибо тебе за то, что ты сделал и создал такую Леночку, и ты помог. Помог вообще этому свету, этому миру в этом. И спасибо моему высшему Я, что оно как-то меня навело на Елену Ермошину. Я благодарю и люблю. С вами была Валентина Мельникова.